Гваура Спрашивает Орахаим пять вопросов в этой неделе главе, которые нам сегодня придется äh, с вами äh, попробовать разобрать. <coughs> ספרה של דורכם הקדוש וידבר השם צריך לדעת מה נאמר לו בדיבור זה ב. לאיזה עניין ישמענו הכתוב להיות דיבור זה אחרי מוות? מה לאחר מה לקודם? למה הוא צריך לומר בקורתם לפני השם? איתך ספרש את של דורכם הקדוש. צריך לדעת מה נאמר לו בדיבור. נפיס נשטונס קזל וידבר השם שטונים מלווידו אצלם רס גבורו אתה רואה? и что как говорится этот разговор поможет после как говорится сказанного э... Третье. Ля мусах ло бекерватам Зачем нужно сказать, что они как бы бекерватам лифнеашем, что они приблизились перед Богом? Им ле шемету бишвиль шенит карву лифне ашем. Для того, чтобы, говорит, предупредить, что они умерли, говорит, лифне ашем перед Богом. А ле кварудия хадавар бимекомо. Ведь это уже было сказано, говорит, в своем месте. Вы икрву эшзара зара, что они принесли, говорит, ненужный, как бы, что, что они сделали? Они принесли ненужный огонь. Ваша это больше понятно, чем здесь написано, что они умерли из-за того, что приблизились. Нет, там написано, что они принесли огонь. Так зачем написано переблизить перед Богом? Что за грех они сделали своим приближением к Богу? Далее, четвертое написано, что в Ямуту миутерет ахар шитхи ломар ахаре мод После того, как сказал он, что они умерли, Написано Харемот, после того, как умерли сыновья, дальше написано, что Ямуту, и они умерли. נחשבו ש... נביס אותו פוסט-סמצי, זה שם כתבו, היא אומר לי. ועימותו בתוספת ו... מכאן בא הכורחווה עונה תשובה, שמע דמי אבטא. גברית אורח חיים הקדוש, ונראה שכוונת הכתוב הוא, שבא הקדוש ברוך הוא להזהיר על משה שלא יחשוב בדעתו, כי לצד שהוא יותר קרוב למלכות שמיים בכל ביתו, של מקום נאמר הוא ויכול להיכנס לקודש פנימה. נביס את סדק ניגח. предупредить Моше, чтобы он не думал, так как он самый близок как бы к Богу, что он тоже может заходить тогда, когда ему угодно, понимаете? Предупредить кого? Моше. Поэтому Бог говорит, кому? Моше. И пнима. Почему? Обычный человек, который он как бы высокого ранга, он позволяет себе делать вещи, которые обычным людям запрещено. его вуашем, что цава Шем это Арон, Вле и Тыхай его Адавар, что Гам, Муше Бихлал. Не только Арон, так же и Муше. И Годоль потому что Муше был большим человеком, так как Муше превзошел всех, говорит, пророков. Может быть, он где-то себе позволит делать какие-то неправильные вещи. אשר על כן דבר השם אל משה. והוא אמרו ודבר השם אל משה, פירוש אליו באה המצווה. ויאמר לו, סמוך למיתת בני אהרון דיבור זה, בקורותם לפני השם וימותו. פירוש, גם היותם בני אהרון, יסמטרשתו אני בלגברת סנבי הגד ארונה, בתוספת מרובה איתם קרובים לפני השם, כמו שדרשו זלו, פסו בקורבי הקדש, אף על פי כן לא חמה להם וימותו. несмотря на то, что Бог и что они были очень близкими, и несмотря на то, что они были такими цадыками, Бог их не пожалел. Поэтому, говорит, ты тоже, говорит, не злоупотребляй. Аламата шилойо и лехиот, а адам курках, коров лашем, кдейши и фрос гадерли канес, лекдош пенима.

Перушинит кару лифне ора или он бахиба, а кодыш в замету. У сотан нешика. щека. И в этом заключается секрет, говорит поцелуя. Шиба митима цедыким, что в нем умирает только кто великий, как бы праведники. Вийне эм шавим левитат кора цадиким. Говорит Всевышний, что они, говорит, сравниваются с смертью, говорит, великих цадиков. Или ша пирушу, ша цадиким она щекам миткаревет лаем. Вейлю хем лашем. Обычно, говорит, как работает система, Система работает, что как бы Бог приближается и вытаскивает их поцелуем, а здесь они приблизились, поэтому это чуть-чуть работает по-другому. Ваумрува И написано, что умели перед говорит Бога. Ваюмрува ямуту вав. רמז הכתוב, okay. אוקיי? <אח> לא נמנו מקרוב להידברות, נעימות, ערבות, לידידות חביבות, חשיקות, מתיקות עד, כלות נפשות מהם והם. הבחינה הזאת איך מכיר איכותה והיא מושלמות.

Разве можешь так делать? Вы понимаете, в чем вопрос? Если я сейчас знаю имя Бога Святого, правильно я бы сказал бы это имя, чтобы себя убить, самоубийство. Они батухше марбе, арбе мумрим мабая. Они не да, шутка говорят, я бы это имя дал бы кому своей теще, правильно? Она бы сказала бы и поднялась бы. Знаете, что в храме, в втором храме, люди готовы были умереть своими чего? И давали как бы большие деньги, чтобы стать коином гадолем. Как говорит Масахет страница 9. Раба Бархана сказал Раб Бархана Амара Майдихти, что написано, Ашем, что написано, что говорит Садиким, говорит, их жизнь удлиняется, а злодей их жизнь уменьшается. И Раташим Тусиф Ямим, богобоязнь удлиняет жизнь, кто это, это в первый храм. А второй, что там служили говорит, всего лишь 18 куаним долин за 400 лет. А с другой стороны, а... а про второй храм написано, что злодеи, говорит, их жизнь уменьшится. Почему? Который стал, говорит, 420 лет, и там, говорит, служили, говорит, сколько? больше, чем 300? Больше, чем 300 куаним к долин. арбамот Что получается? Один из них, говорит, служил, говорит, 40 лет, был Шимон Ацадик. Потом, говорит, из них, говорит, Шмоним Шана, 80 лет, говорит, служил, говорит, Коин Гадол. Эсер, 10 лет, говорит, Ишмаэль бен Пави. А если умер лездр Бен Харсом, да, служил, и осталось сколько, матаем, шивим, в этой шишани, 279 лет, и сколько? Получается, что умирали несколько даже коинов в год. Миканвела, Хашу, Демца, Коляха, Вехату, Сыщенто. Шимет только решена решено как на дорогу. Ильва и коани, веметшины, Шаим. Тиксана, получается, что люди умирали каждый год умирал коин гадоль, потому что они покупали это. И вот Сейм Кен выходит отсюда, что Шана бы ему чине, бы имеешь это альвая коин гадоль. Каждый говорит, исход говорит, днем Кипура, говорит, во втором храме почти было что? Провожали, говорит, коин гадоль, говорит, последний путь. Разве это нормально, если ты знаешь, что ты идешь умирать так, как ты купил, или ты недостойный коин? Зачем тебе это нужно? Как человек готов умереть? Говорит, они цими воложен. Алкохах и шлавин, отсюда можно понять. Аюба имеет долю пратура Рухольпратура Бриаташая. В этом Аки у нас и гореми для Двикут Баваташаем. Получается, что была такая вещь, которая называется, что человек просто хотел приблизиться, понимаете, близко к Богу. Это могло произойти. В этом аки у нас и гореми для Двикут Баваташаем. Наши люди говорят того поколения, говорят, да, действительно хотели приблизиться к Богу, но без какого-то как бы труда, просто хотели почувствовать эту святость. несмотря на то, что они знали, говорит, что если они говорят, сделают какое-то, говорит, неправильное движение там, у Масру אני גתוב בלי ומליץ ואימי גברת ליבי כבסיבו ישלמו. כי עזה כמוות אהבה. וחינם מהם ביקשו להשיג מעלת אהבת ה' על ידי עבודה. אני חצר גדל פברוס גדל פקוס גברת סילנר רבותי. אצלו בו וגדל פקינוס יצטט מ... אף על גב שידעו שלא ינתקו בוודאי. יקים דבר משה. 250 человек знали, что, что они умрут, и все равно не могли остановиться, не принося э, кторы. Как такое может быть? Сначала говорит, мы выучим то, что произошло говорит, на горе Синай. А потом сделаем выводы и поймем, как это происходило. Написано в книге Шемон, Викбальта и Там Савилле И ты говорит, сделай это ограничение, говорит народу, какое? И шамрула Хемалот Бахар, будьте, говорит, осторожны, не поднимайтесь на эту гору, по ноге Бакацеука, по ноге Баар, И тут приблизится, говорит, тронет гору, говорит, юмат умрет. Вик Бальта сделал какие-то к ним какие-то, говорится, Раша объясняет, что такое, и э, сделал какие-то ограды. Кавалем тихумим лисиман. Шилой крыву криву мин хаггевуль ва ала. они, говорит, не, про... не проходили, говорит, переходили, говорит, какую-то а... границу. Рашик говорит, хаам, хаэд баам, Свидетель говорит, свидетельствует говорит, перед народом. Раши говорит, что такое свидетельствует. И трабаем, предупредил, говорит, строго, чтобы они заподнимались на гору. Шло я маца, это шело я шело шита аватам и Потому что, говорит, тяга, говорит, к приближению к Богу была такая сильная, чтобы почувствовать его. Хотели бы подняться. Поемер Муше и сказал Муше, и сказал Бог Муше, ло двар Синай, не может подняться, говорит, народ, говорит, на гору Синай, ки ата еду табану лимор, и к бальта еду табану лимор, Казал Муше вернулся Олам, הם לא יעלו להר. אבל מושן הניפדימוס נגרו. הרי את... תגיד את זה פריזיו. תריד ניה ניפדימציה. לא יכול העם. אני צריך להעיד בהם. שהרי מתירים ועומדים הם יום שלושת ימים. לא יכול לעלות, אין להם רשות. נכנית נחיית ריזושן ניפדימציה. ועלי דל שבוך ויאמר אליו. השם שכזל אמרו בפסיווישני. רד. לך רד ועלית אתה. ידיק את ספוסתי סיפדימאי סטי. Ваарон имха. И говорит, Арон с тобой, говорит, Куани А народ говорит, пусть не поднимается. Лех, Ред, иди спустись. Ваев Баэд Ширит. Иди, говорит, предупреди еще раз, говорит, второй раз, говорит. Зарезин Шадал массы. Уходим Ухозим Зарезин Утоба шата Маасе. Вначале предупреждает человека, а потом перед уже действием этой митвы еще раз предупреждает, как это, как это как бы, не совсем просто, чтобы они так пустили. Кен, саму гдерот и зиру, там что поставили, говорит, двойной, говорит, фен, фен, э, чтобы, как бы преграду, чтобы они не нарушили это. Он рабену хозыру, он так опять спускается, предупреждает, что они не поднимались. Перед, говорит, поднятием на гору Синай, просит Бог, иди, говорит, еще раз, говорит, предупреди, еще раз. Первый раз он предупреждает, что когда они подумаются не залезать. Второй раз он предупреждает, когда они уже поднялись, он опять спустился и сказал им не поднимайтесь. Так в тот же день. Говорит Цифр Клеяхем да, Парашат Бешлаг. Аш чешкат ашикор ляйин эномагия ле эхад мине ривавот ле чешкат бнеисел лемила алотроханиот кам кемиим тадир гласиг од мадрига вод дарга. А в настежь и утро, и утро, и утро зикут бор Человек, который говорит пьяный, говорит, как у него какие желания, говорит пить опять вино, хотя он знает свое состояние, что он не контролирует себя. Также говорит, это даже говорит не один процент, когда человек хотел приблизиться к Богу, да, был сильнейший поток света, исходящего из небес. Вейкбальта вэгагбала алле и ограничение, которое говорит, мы говорит, получили, говорит, на это говорит приказ лебали алюгахара

Что они были готовы, понимаете, такая у них была желание, что их предупреждают, что это прям было на грани, понимаете? Поэтому уже два раза предупреждает их. У них было как бы такое говорит, мнение: стоило бы попробовать, как бы вкус такого, говорит, святости говорит, даже умереть. Чтобы просто при, при, прилепиться к Богу. Если так, тогда теперь можно объяснить написано, говорим, что у нас страница 4, Муше поднялся, говорит, Баанан, Махасе Баанан, говорит, Кадеш Баанан, Муше поднялся на, гору, на, на в облако, очистился и поднялся, говорит, что получить Тору. Ли Исраэль Бог Душа, святостью. Вишкон кодашэн, а а Синай. И говорит, Бог говорит, был, говорит, на этой горе. А миспар посуг, зе, а я ма, се, ахат, ахара, дебрут. Все это было после Гадистречения. Матан Тора. Шайши Штеми Алалу. Все эти шесть дней, говорит, Хилал Арбаим Йом. Это было начало Гад 40 дней. Шайлу Бар Мушеля Маром Ли Кабелет Адалухот. Перед тем как Мушель поднялся на гору, чтобы получить Тору. Шивуцрах Ли Фареш Штемим Ли Истаклуд. Шивуцрах Ли Фрош Штемим. Когда, говорит, ему дали, говорит, наставление, чтобы он, говорит, отдалился, говорит, шесть дней. Говорит чтобы он, говорит, очистился, говорит, и прочистился себя, говорит, в, этой, в этом облаке Коды. но Маханашка на зайдет, говорит, в высшие миры, как бы. И сяга, так, говорит, Аглили. Вообще, ха, продолжает брать, и говорит, с ними, говорит, и все, говорит, он говорит, Кодашем, Барош, Ходыш, Сиван, бапасук, М шесть Тора. Итак, так Раби Йоси Аглили, говорит, что когда поднялся, он ждал 6 дней еще в облаке. А Раби Акиф говорит, нет, это говорит, начинает, говорит, с месяца, говорит, с Ивана, говорит, он ждал, говорит, эти дни. муше. Не то, что когда они покрыли, говорит, муше, говорит, а покрыли, говорит, гору. А я, что, говорит, он был там 6 дней, говорит, до того, как получал Тору. Аля вяд муше лагар кампамим поднялся муж и спустился, говорит, несколько раз. Вив шарло маши хисо анан шесть ямин. Возможно сказать, что, говорит, муше, покрывался, говорит, этим, облаком на протяжении шести дней. Маша мор вейкра муше, а то, что написано, говорит, викра муше, в седьмой день, перешел лифне зе шви, и шелходыш Что это имелось в виду, говорит, перед, говорит, что бьема шви, в седьмой день месяца Ниссана, шамру когда как раз таки в тот день, говорит, были сказаны, что 10 речений. Это крия золи мушили водо, это не было говорит, обращение только к Муше, эла, это было в ходе Исраэль, он дым кабель, это сэр это деброд. И весь народ говорит, стоял, чтобы получить что? Десять речений. Велоба кату в это Муше левадо. Да, элла, лехалек кого на Муше. И это говорит, не просто говорит, это чтобы дать говорит, уважение Муше, а Натан. Лоба катув, <просу> бен Хараш, умер. Лоба катув, Итак, одно мнение говорит, почему это было сделано 6 дней или 7 дней, Казать, как бы напугать Муше. С одной стороны, с другой другой комментатор говорит в Гавтумаре для того, чтобы очистить его желудок, чтобы он поднялся на уровень ангела. Спрашиваю, почему Муше? Зачем нужно было пугать Муше? Цех это Аддон, кол Зачем надо было говорит, пугать, говорит мужик, говорит, когда он уже являлся кем? Глава, говорит, всех, говорит, пророков. Гараша объясняет, для Адам. Его отдались, его, говорит, от людей, говорит, раз, как бы выделить от из других детей. шигю, отдались от людей, говорит, каких? Которые, говорит, поднялись, говорит, на, говорит, уровень, говорит, Адам решен, говорит, до греха. Я что зашел, говорит, в это все, говорит, в этот мир, говорит, ангелов, говорит, со страхом. Катав, когда все написал, если говорит, говорит, главную, говорит, миссию, говорит, что когда еврей, говорит, отслуживает какого-то, великого равина, да, с чем есть проблема, что вдруг он прекратит его бояться, говорит нам Тора, парашат вид ваите я, говорит, вселял говорит, внутри, говорит, народа, говорит, и буду вам Богом, а вы будете мне народом. Раши говорит, Вихелахти, вихала, в Говорит, Всевышний говорит, я буду говорит, с вами говорит, гулять с Ганединами в раю. Хадми Кем, как один с вами. Значит, самый высший уровень, как говорится, в небесах это что? Достичь, говорит, такого, чтобы Бог говорит, гулял с тобой по Ганедину. за взаим что вы говорит, не боялись меня, может быть, вы говорит, будете меня не бояться. Там лахем лелуим, я буду вам для Бога. имеется в виду что, чтобы у вас был говорит, страх передо мной. Даже если я говорит, веду себя говорит, слишком говорит как бы близко к вам. Тор Рахайма кадош. Такое очень часто вообще происходит, когда раввин слишком приближается, тогда народ позволяет себе как бы вести себя неподобающее. עוד ירצה <עוד> על הדרך אומרים חז"ל, האישו גויינשם מודרצי, שאמר הקדוש ברוך הוא לירבעם, חזור בך, ואני, ותנפיסטו גד ירובעם ירבעם בקבוך כמו סכימוס קזל ורניס, איה גד, איבן אישה גד, בודים גולצת בוי, פגנדנו, רואה מקובלים כי טיול זה הוא הדרגה שהשוע שאין למעלה ממנה. Омара Адама Майские, и люди щали Мадрагазо. Как может достоиться, говорит, человек, который родился, говорит, какой-то, говорит, матерью? Любого Маркана это Мабаха Б. Хукота и Бамсу Тоса Когда человек говорит, занимается Торой, телхуви и Алиха. Да, написано, что идти по дорогам Торы. Хождение по Торе, это и есть идти по Ганеду, но с Богом потом. Прохать Юль. Поимцов Татура, и Талюба Мухамада Анаэламим. Если так, то теперь, говорит, можно выучить следующее. Работаем и навдим утануши баудата шемиш халаким. Наши мудрецы учат нас, говорит, что когда мы говорит, служим говорят, Богу, есть говорят, две дороги. Первая дорога, а вода бава, баба, когда человек говорит, делает работу с Богом с любовью, баба это вот это же мира. А второй вид, говорит, когда человек это делает с чем? Со страхом. Вечным хавим лишь И обои нужно, говорит, работать вместе, говорит. И страх, говорит, и как бы любовью. В лямаки это Если человек Бог, работает Бога только страхом, это принесет, к очень много осложнениям и ошибкам. И если человек только работает любовью, тоже принесет к разным говорит, ошибкам и осложнениям. Баруха ва Спасибо. Есть несколько вопросов, но потом. Хорошо, хорошо.